Набоков начинается с лирики, и это нормально. Просто надо внимательно читать, а читать Набокова можно только, ну, как бы вот так, пристально. В поэзии это лучшие слова в лучшем порядке. А кроме того, он был литературным критиком, переводчиком, автором учебников по литературе. В общем, он так или иначе проявил себя абсолютно во всех сферах, которые связаны со словом.